Всем привет, с вами мистер Чейзер, смотрите мой Just Play канал. Я продолжаю проходить игрушку под названием Universe at War, Earth Assault. И у нас вторая прологовая миссия о том, что мы должны довести президента Форт Макнейр из-за того, что на нас напали пришельцы и так далее. В общем, не будем объясняться, смотрите первую серию, если кому интересно, что случилось. Yeah, he's given me a blank check to deal with this. Joint chiefs are all dead, and the VP's off hiding in some bunker. So he put a colonel in charge? As of 5 minutes ago, I'm a general. Are there any troops left to lead? Быстро. Between you and me, we're hearing casualty reports as high as 90%. There isn't an army in the world that's been able to stop them. К сожалению. You just keep those things off our backs, will you? Президентская скорая помощь. Я понял, нам нужно довести президента вот сюда, до базы какой-то. Ну окей, довезем. Сейчас и тикают, да, согласен. Самый быстрый способ, я как вижу, это вот так, напролом пройти, да? Ну, в принципе, тут довольно близко. Погнали. Кстати, правильно они рассредоточились. Эй, люди. Ребят, у нас отряд сразу сдох. Не-не-не-не-не-не-не, скорая, сваливай. Так они взрываются. Вы чё? Как тут проходить-то, если они вот такое творят? Мать, отхватите, уроды. Мы тут проедем. Ну, черт. Хреново. Подкрепления не будет, не? Потому что у нас полковник да один и остался. Может, чтобы пробежать? Давайте попробуем тупо пробежать, потому что я даже не знаю. Так, полковником задержим их. Точнее, генералом уже. А чё точки не стреляют? Что за фак? Стреляем, ребят, танки. Что за бред? Вы где? Ага, все, стреляют. Так. Ага, нам дали целую базу. Класс, жалко, нам не дают в сражениях поиграть за расу людей. Вы куда ломитесь? Давайте все на базу. Все на базу, ребят. Надо прикрыть наших. О, черт! Вы что, сдурели? Ребят, сдерживайте. Защищайте эту зону. Ну окей, постараемся. Расставим сейчас наших ребят где-нибудь здесь.
Так, у нас и танки еще есть. Хорошо. Дайте последний бой, Форд. Макнер. Хорошо, дадим. Еще какой бой мы им тут дадим? Тут жару зададим. Нехилого. Да, оборона — это мое любимое призвание. Ага, понятно. Блин, а ресурсов-то нет нифига, пацаны. Где нам ресурсы это брать? Твою маму. Отходим, отходим. Парни, тут на нас как бы нападают чуть-чуть. Давайте их жарить, что ли. Ты давай жарь своей основной артиллерией. Тут полная жопа, пацаны. Полная жопа. Делайте хоть что-нибудь. Делайте, мать вашу, что-нибудь. Твою мать. Он тупо пришел и задавил здание. Что? А, видео. Фу, я думал, мы просрали уже. Вот это так, блин, крутые пацаны. Вот именно. Черт подери. Что это? Вот это наша, можно сказать, главная героиня. Wait, don't leave. We're here to help you. Класс. Mirabel, engage the enemy. Ух, я уже предвкушаю офигенную кампанию. Раса новусов, ребята, вперед, погнали, мочить их. Музяка, давай. Уничтожить шароход, уничтожить шароход, уничтожить, уничтожить. По ногам, давай по ногам. Тут военные еле-еле держатся уже. Как его там зажарить бы? Хорошо, давай так. Подкрепление будет или я вижу, это просто так у нас? Да, подкрепленница. Так, военные уходят. Пусть уходят, это наша война. Давай, Мирабель, жарь. Просто жарь. Давай, давай, он сейчас же свалит. Не давайте передышки, не даем. Жарьте им тут все. Так, кулдаун. Давайте, давайте, пацаны. Жарим им все тут. Я помню такую вещь. Давай, давай, вжаривай. Не надо дать ему свалить. Ну-ну-ну, вот. Кулдаун, давай, стреляй. А, выкусил, выкусил, ублюдок. Давай сюда, он поставил эту пластину.
Надо жарить те пластины, которые он подставляет. Есть. Уу! Вот это было круто! Роботы вот эти вот, новусы, прилетели, прям спасли всех и вся. Причем мы еще увидели, что роботы прониклись с какой-никакой симпатией к людям. Your strength must come from bearing great burdens. Now put these thoughts aside and establish forward positions on the surface. Mirabel, I want you here. Since we must rely on guerrilla tactics, our exposure to the hierarchy will be minimal there. Commence operations. Yes, sir. А планетку нашу немножко еще показали. Так. Новусы, либо технократы, оказались на Земле в мгновение ока. Вечные враги иерархии. Эти разумные роботы долгие годы ведут партизанскую войну с чужими. Мирабель — единственное органическое существо среди них. Давным-давно ее раса создала технократов, то есть новусов. И после того, как родной мир Мирабель пал под натиском иерархии, роботы клонировали своих создателей из уцелевших образов ДНК. Так появилась на свет Мирабель. Она последний представитель вымершего народа. Поэтому постоянно находится под защитой Виктора, разумного экзоскафандра. Ну, то есть это вот этот робот, я так понял, да? Так, совет. Собирайте новусов... войска новусов обладают возможностью быстрой переброски через сеть телепортационных каналов. Выберите боевую единицу и дважды щелкните правой кнопкой мыши на нужном участке местности. Боевая единица окажется в указанной точке. Вау, прикольно, телепортация типа. Ну, на этом, я думаю, закончу это видео. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Всем спасибо за просмотр. И дальше нас ждет только самое интересное.